Итак, привет, друзья! Вы смотрите Банальное ТВ, с вами Турбо. Сегодня мы продолжаем играть в игрушку, которая называется Card Life. Да, я забыл уже, как она называется, ребят. В общем, всем привет, да, вторая серия. Точнее, уже третья, но как бы вторая серия за наше нормальное прохождение. У нас есть, кстати, кроватка. Кстати, не знаю, на ней можно спать или нет. В общем, у нас есть задание. Наше задание. Нужно поставить настенный факел. Сейчас мы это сделаем, настенный факел. Что нам для этого нужно? Вопрос. Нам для этого нужно два резина. А резин собирается из дерева. То есть, ну это типа этот, как его? А смола, нам нужна смола. Сейчас мы тут дерево понарубаем. Блин, нужно, извините за такой громкий звук, нужно немножко побольше сделать мне маус. Побольше маус сделал. Синсу чуть-чуть побольше, на восьмерочку поставим. Я думаю, будет нормально. А тут совсем как-то медленно. Окей, давайте все рубим наше дерево. Да, ребят, сейчас воскресенье, утро. Поэтому, возможно, у меня голос не очень хороший. Блин, надо бы уже будет сделать нормальный топор. Хотя бы каменный намутить. Так, четенько. Вон, два резина я уже вижу. Два резина. Ну, вы поняли, две смолы. Так, делаем крафт. Ну, блин, пусть само. Мне рисовать сейчас лень, ребят. Может быть, в этой серии, если что-то будет интересное, если мы что-то интересное будем крафтить, то я, может быть, буду сам рисовать, ну, чтобы, типа, покрасивше было. Так, блин, давайте тогда, подождите, сначала сделаем стену сбоку. Я хочу, чтобы просто около кровати было. Ага, нам нужен опять фибер. Пойдемте за фибером. Сходим. Я хочу просто, чтобы этот факелок был прям у кроватки. Но для этого нам нужен фибер. Блин, как фибер по-русски сказать? Типа... Сток сена, я не знаю. Я немного не силен. Я просто, ну как бы я знаю, что это такое, но у меня из головы просто вылетело, как это по-русски называется, поэтому я называю это фибером, как тут написано. Блин, где все эти, что, кстати, а если я дом потеряю, что мне делать? Блин, медведь. Медведи. Говняные медведи. Нужен фибер. Фибры души. А я уже шутил на этот счет. Так, ладно. Так, волки, хренолки. С волками я, блин, уже больше встречаться не хочу. Я как с теми подрался, мне что-то больше как-то не нравится. Блин, а где найти-то? Блин, ну слушайте, вот звуковое сопровождение в этой игре неплохое. Прям нравится так. Опачки, смотрите, там что-то... Там, возможно, мы что-то сможем потом найти. Так, волки, хренолки. Вот там я вижу, есть эти деревья, точнее кустики, но... О, вот там сверху есть, отлично. Фух, туда вниз к волкам я точно идти не хочу. Блин, когда ходишь по этим... Кажется, как будто FPS проседает. Но вроде как все нормально. Так, отлично, ломаем. Четенько. Так, три фибера собрали. Сейчас мы фиберов насобираем. Вот даже тут еще есть. Хочу просто стены хотя бы уже доделать до конца. Чтобы все было четко. Надеюсь, что все получится. 13 фибера мы собрали уже. 18. Этого нам, по идее, должно хватить на достаточно... Большое количество. Блин, я как вспомню того робота, которого я увидел там где-то в какой-то скале. Мне прям не по себе становится. Я прям больше не хочу с ним встречаться. Так, где мой... Вон мой дом. Чуть не потерял дом, блин. Дурак, чтобы туда куда-то пошел и не нашел бы его. Ладно, пока все нормально. Но, блин, неудобно. А можно будет поставить какую-то, ну, хрень, чтобы дом отображался на карте? Или мне надо самому запоминать? Ну да, я думаю, что в картонном мире они изобрели еще навигаторов. Так. Крафт. Подождите, можно побольше сразу? Сразу так три. Давай. Как же он их вырубает? Что-то так, зеленое мясо надо нахрен убрать. Так, восьмерочка. Опачки. Четенько, ребят, просто четенько. Так, теперь берем 7. Все нормально. Что, открывать его нельзя? Давайте вот тут вот. Блин. Его полностью, что ли, надо будет теперь переворачивать? Окей, ладно, недоработочки. О, да, вот это, кстати, четенько. Так, забираем награду, еще 3 нам дадут. Так, теперь металл, металлический орос, это металлическая руда, грубо говоря, да? Сильнее, чем дерево и камень. Ghost before
Using a furnace. Furnace это, подождите, furnace это вот это, да, я так понял? Короче, там нужно, я так понял, это же furnace? Не, подожди, что такое furnace? А, вот furnace. То есть нам нужно сделать furnace и еще, я так понял, каменную руду, ну, точнее, железную руду найти, да? Коппер Ори. Коппер это же... Что такое коппер? Подождите. Стоун. Фибер. Так как? Что такое коппер? Ну, короче, насколько я понял, нам надо железную руду где-то собрать. Если я все правильно понял. Если я неправильно понял, то я дурак. Я вполне могу быть дураком. Пойдемте, наверное, искать. Подождите, кстати, вот там вот видите, что-то такое виднеется другого цвета. Мне кажется, это оно и есть или нет. Проверим, или что это. Или это какая-то земля. Что-то непонятно. Но это, наверное, не то. Что я собрал? Stone fragments. Нет. О, во, может вот это? Во, вот это точно оно. Нет? Стоун, нет, не то. А, тут надо более крутую. Ага. Все. А, подождите, тогда мы, может быть, сделаем каменный этот. Все будет четко. Сейчас давайте похаваем на нолик. Я могу похавать? Четенько похавали. Так, подождите. А, я же могу сделать... Вот. Мне надо... А, мне надо 18 камней. Ну, сейчас мы тут еще камни. Это же камень. По звуку похоже на камень. Собираем камень. 3 из 18. Не, подождите. А, либо такой. А, либо такой, либо такой, я понял. Блин, давайте уже хоть какой-то нам камень. Давайте. Так, этого не хватит. О, скрафтим. Create. Надеюсь, что этой кирки нам хватит, чтобы сломать вот это вот дело. Потому что, как мне кажется, это то, что нам надо. Я что-то собрал вообще? Такое ощущение, что нет. Вот. Копперор, да-да-да-да, то, что надо, то, что надо. То, что надо, копперор. Так, а задание-то у нас вообще какое? А, я понял, нам надо, короче, собрать вот эти вот коппероры и, я так понял, использовать их в этой, ну, типа в печи или что-то типа того. Блин, мешается эта гадость сверху, не пройти. Ну, слушайте, ну, мне, блин, игрушка, не знаю, мне заходит. Не знаю, как вам, ребят, надеюсь, что вам тоже. Ну, по просмотрам, на самом деле, не очень, но мне самому нравится в нее играть, поэтому я ее и записываю. Надеюсь, что вы тоже поддержите мой интерес. Пособираем железо. Такого странного цвета оно как бы, да. Так. Блин, не пройти. Ну, я так понял, чтобы мне построить эту печь или что-то типа того, мне надо... Где пройти? Сейчас вот этот последний давайте соберем. Все. Чтобы мне построить этот фурнейс... Фурнасе, вот. Так, мне надо что? А, блин, мне так-то камня надо. 40 штук камня. Фибер. И еще одну, блин, эту, как ее, кожу. Хреново. Окей, давайте камень собирать. Там кто-то ходит, блин, страшно. О, там что-то наверх вывело. Там кто-то ходит, так страшно. Тык-тык-тык-тык. Я боюсь, что это эти роботы вонючие. Окей, давайте собирать камень. Нет, никто не ходит, это я бью так. Я думал, что это кто-то там ходит рядом со мной, блин. Вот дурак. Так. Так. Тупо долбим.
Просто долбим, долбим, долбим. Мы камешек долбим, долбим. Так, 19 всего. Блин, капец, как долго-то. Он так еще разлетается, что хрен его потом найдешь, блин. Так, так. Вроде неплохо пока все идет. А подождите, может это может не тот камень. А, там все, 50 камней уже есть. Окей, ладно. Я соберу все, что тут понападало. Тык-тык-тык-тык-тык-тык. Так, мне теперь надо найти опять какого-то, блин, петуха и убить его. О, кстати, вот фибр. Так, четко. Нам надо, ну, не петуха, в смысле, какой-то, блин, опять волка или типа того, кого-то, ну, наверное, волка, да, надо завалить. Вон, вижу. Вижу волчишку. Блин, их много. Они стаями, ну, это же волки, они стаями всегда ходят. Вот вроде самый какой-то такой. Одинокий. Иди сюда. Капец, он дерется очень больно. Главное не подохнуть. Главное не, подохнуть. Не подохнуть. Не подохнуть. Сдохни. Хорош. Так. Так, так, так. Вот тут вот. Что, не то? Light Wolf. А это даже Коарс. Коарс. Это кто такой? Блин. То есть мне надо еще... Dark Wolf. Блин, слушайте, а почему все разное-то? Черт, почему нельзя совместить? Какая разница, какой цвет-то? Что, нельзя так? Так-то, если подумать, какая разница, какого цвета? Ладно, окей, погнали. В атаку. В атаку! Здорово, тварь. Куда ты делся? Ух ты, гад, какой. Блин, больно, больно кусается, больно кусается. А мне броня, интересно, ломается? Так, четенько. Сколько еще осталось? Окей, у меня 3 Light Wolf'а. Вон еще один такой же, походу. И мясо сразу. Иди-ка сюда, падла. Сейчас всю стаю, короче, разберу. Блин, как он так прыгает? Тварь какая. А я защищаться даже не могу. Сдохни, сдохни, сдохни. Давай, давай. Хорошо. Все. А, в любом... То есть такая не подходит. Нужно... Подожди. Коарс хайд. Подождите, может быть... А, во, я... я понял. Мне надо сделать. Скрафтить просто ее было. Все. Дурачок. Я просто зря волков убил. Ну ладно. Там мукает. Все, погнали, сейчас сделаем эту тему. Печечку. Как раз сейчас уже чуть-чуть темнеет. Сейчас четенько все будет. Печечку намутим. Мне же на нее все хватает. Фурнейс. Да. Все. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Я просто бегаю. Блин, что тебе надо? Ну ладно, ладно. Сдохни, 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 сдохни. Нормально. Ну, сам виноват, сам на меня напал, что могу поделать. Так, курица, иди отсюда. Нихрена ты жесткая тварь. Че они все такие жесткие? Так, а где мой дом? Вроде там, дальше, да? Сейчас, блин, дом потеряю и буду в этом пипиську лизать. Фу ты, блин. Что я несу такое? Так, ладно. Где мой домик? Вон он мой сладенький. Блин, не знаю, мне нравится мой домик, мне нравится. Надо будет какую-нибудь лестнику намутить. Крышу надо еще, кстати, сделать. Так, делаем фурнейс. Опачки. Четкая. 7. Ну, где-то вот тут, вот в уголочке, вот так вот мы. Нормально. Так, теперь сюда засовываем. Подожди, а топливо?
Четенько. Так, нам сейчас за это дадут награду. Так. Еще такие. Ага, отлично. Course height can be refined a closing rat. Refine course height using closing rat. Я так понял, что это то, что я только что делал, не? А вот, closing rat. Надо 20 дерева. 4 хайда. Вот сейчас хайд мы сделаем. Хайд у нас есть. Нам тупо надо будет дерево. А что вот этот? Ну ладно. Как раз 4 опачки. 3, 4. Так, и теперь нам надо сделать рак. Да, нам это опять нужен фибр и дарквуд. Так, давайте, кстати, мы сюда сложим. Это мясо тухлое какое-то, блин. Ханибери, ладно, пусть будет. Вот это сложим. Это тоже пока сложим. А, кстати, у меня так-то резин был, если что. Так. Ну, вроде так. Пойдемте добудем дерево немножко. В принципе, не так уж темно, не так уж страшно. Блин, домик хорош, хорош. Надо столько... Вот из этого дерева, мне кажется, дофига должно выпасть. Блин, это какой-то дуб нахрен, блин. Подожди. Какой-то огромный дуб. Блин, вот это я опять плохо. Надо бы все-таки топор получше сделать. В принципе, можно уже и каменный сделать. Я не знаю, что я так долго думаю. Все с этим хожу, блин, дурацким. Да ё-моё, ну как так-то? Ух, эти прозрачные, точнее, прозрачные. Ух, эти тонкие деревья. Сделанные из картона. Блин, прикиньте, обычно где-то картон делается из дерева, а тут наоборот дерево из картона. Ну, это очень, конечно, странно, но такова жизнь картонная. Ну, нахренеть. Ядрить, колотить. Ни хрена тут дерево. Просто, блин, на два поколения вперед. Ой, там какие-то страшные люди. Пойдемте-ка отсюда. Че, не люди, а просто страшные твари какие-то. Так, чем мне не хватает еще? А, блин, мне все равно, мне одного дерева еще не хватило. Редвуд, блин. Ладно, давайте еще одно тогда херанем. Блин, там страшно, капец. Какие-то гоблины, хреноблины. Какой-то там, блин, черт красный, вообще страшно. Тупо страшно. А у меня каменный меч. Каменный меч этого маловато, конечно, будет. Но я думаю, что я уже могу скрафтить так-то и железный меч. Наверное. Так. Так, и чуть-чуть. Отлично. Это опять дерево до хрена должно быть. Да, вот оно, сладенькое. Побежали. Блин, ух ты, какой-то ублюдок летающий. Ну нахрен. Так, ребят, мне нужен еще так-то фибер. Блин, придется драться, походу. Ты тварь какая. Ты какая мразь. Нормально, я успел еще мяса поесть. Четко. Блин, а я могу поспать вообще? Вопрос. Хрена я сделал кровать, если я не могу на ней спать. Что за бред? Что за кровать такая? Это просто место спауна? То есть спать я вообще не могу в этой игре? Это очень странно. Окей, давайте опять это тухлое мясо ублюдка сюда засунем. Так. Лучше железо тоже сюда засунуться. Отлично. Блин, мне нужен фибер. А сколько мне фибера надо? 12. А у меня 9 всего. Понял. Пойду искать фибер. Правда, ночью делать это опасно, но... Ну, что поделать. Ночка темная. Ты такая жопа. Не надо. Ё-моё. Сдохни ты, тварь.
Пацаны, вы мне не нужны, мне нужно только фибера собрать. Клянусь. 4, отлично, все, побежали. Побежали! Отстаньте от меня. Падлы такие, блин. Фух. Ночечка темная, а ты такая жопа. Здравствуйте. Так, делаем эту хрень. Крафт. Надо было сразу, наверное, домик побольше сделать. Ну ладно, пока. Потом есть что. Ну, в общем, да. Так, что мне надо сделать на ней? Refine. Что значит refine? О, я понял. Смотрите. Вот как раз таки вот эта хрень теперь нужна. Опачки, опачки. Крафт. А здесь правильно? Е-бэйби, я сделал все, что надо. А что это такое? Корс Летхер. А у меня такого не было? Так, ладно, окей. Собираем, в общем, награду. Блэксмит. О, теперь мне надо крафты... Коппер пикс. А, короче, нужно сделать железный топор в фордже. А чтобы фордж нам построить, нам нужно фордж. Вот фордж — это печь. Это точно печь. А это тогда, ну, типа печь. Ну, типа, я не знаю, короче. А, они, у них они, короче, одинаково строятся. Блин, ну окей, я сейчас хочу сначала крышу сделать. Как-то, подождите, окей. Тут сейчас посмотрим. Ой, блин, извините. Крафтинг, армор, аксессуарс, декорейшнс. Декорейшнс? О, блин, фига тут всякие штуки можно. Не, мне нужен не декорейшнс. Структурис. Да, структурис. Так. Дабл фондейшн. Во, вот это, да, типа как крыша. Ого, там и лестницы можно будет намутить. А, и окна так-то можно было. Блин, ну так-то... Ну, хотя бы одну сейчас сделаем. Блин, слушайте, с форжем всегда проблемы. Не с форжем, а... Слушайте, я все путаю. Это с фибером всегда... Ох, смотрите, как четенько. С фибером всегда проблемы. Ну, пойдемте. Я видел, там был фибер. Пойдемте, соберем немножко, ребята. Скоро уже будем серию заканчивать. Я думаю, что я сейчас вот крышу доделаю, наверное, вот это вот. Вы что, не сдохли еще, что ли, твари? Ну ладно. Ну, я тупо на него залез, он меня не может бить, понял. Это, в общем, как-то странно. Они вроде как, типа, пропадают, когда день, наверное. Как-то они странно пропадают. То есть я их сначала вижу, потом они пропадают. Очень странная тема, ну ладно. Что происходит? Ой, опять слышите, там робот какой-то, интересно. Как этого робота побеждать? Даже страшно. Мне же с ним потом придется все равно встретиться. Опа. Блин, он медведь, блин, нахрен. Подождите, а какое вообще тут оружие есть? Подождите. Армор. Weapons. Ого, типа. Лук, это, кстати, прикольно. Каменный. А что, железный меч нельзя делать? Каменный, типа, можно, подождите. А или то, что я сейчас могу сделать. А где? Что я вообще могу сделать? Хотя вроде нет, это все очень странно. Может, потом что-то откроется. В общем, пойдемте, сделаем. Сделаем нам крышку. Крышку, крышу. Блин, так-то по-хорошему можно где-то сделать побольше. Может быть, вот здесь вот. Типа туда продлить дом. А то он какой-то маленький. Я могу это сломать? Я могу Dell, да, нажать? Блин, а почему, когда я жму Dell... Все как-то удаляется. Ну ладно, окей, смотрите, короче, я придумал. Сейчас намутим. Во-первых, нам надо... Блин, я все время забываю, как называется фундамент. Фондейшн, в принципе, логично. Крафт. Так, давай. Раз, два.
Ну, пока два сделаем, короче. Смотрите, я хочу, ну, хотя бы побольше, чтобы домик был у меня. Опачки. Мишка. Блять, он сильный. Он очень сильный! Он очень сильный! Я не побеждю его, не победю. Нахрена он на меня напал? Их двое, блядь! А-а-а, пацаны, пацаны! Что делать? Они отстали? Вроде отстали. Что я им сделал, а? Падлы какие. Фух. Фух, блин, окей, так. Вол. Давайте вол сделаем. А, почему я не могу сделать вол? Мне дерева не хватает? Да ёлки-палки, то дерева не хватает, то хренерева не хватает. Сейчас, ребят, давайте хотя бы я чуть дострою вот это дело. Я не знаю, норм вам, что такие длинные серии получаются. Надеюсь, да. О, фух, четко хватило. Так. Надо... Почему я не могу сразу две стены, блин, сделать? Только потом становятся доступны эти кнопки. Хотя мне надо не две, мне надо четыре. Так. Опачки. Опачки. И еще надо, а еще мне не хватает опять дерева. Блин, дерево, капец. Ресурсозатратная тема. Очень быстро тратится. Так, давайте-ка. Так. 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 Так, мне чуть-чуть не хватило, ну ладно. Выпадало нам дерево. Зашибись. Так, окей. 200. Во, тут сразу можно 2 сделать. Отлично. Ну ладно, потолок я уже сделаю в следующей серии. И Blacksmith тоже. Blacksmith это типа кузня, да? Опять этот медведь. Давайте зайдем в дом. Ну, смотрите, уже смотрите. Опа, тут 2 комнатки. Вот это надо будет, короче, вырубить. А я могу сразу? Во, четенько. В общем, ребят, подписывайтесь на канал, если не подписаны. Ставьте свои большущие пальцы вверх. Пишите свои комментарии. Это новая серия по Card Life. Не заставит себя долго ждать.